Двигаемся на маяк, ребятки. О, братан. Ребятушки, мы наверху. Я лежу на животе, потому что боюсь упасть. И снимаю для вас вот этот вот скальный обрыв. Если среди наших подписчиков есть бейсеры, ребятушки, пожалуйста, вот приезжайте. Вот. Стоящее вот место, будете в Гунибе, обязательно сюда сгоняйте. Йоу! Гунибский фрирайд! Какой он здесь коровий движ сегодня? Ну, вот этот вот спуск похож на где-нибудь передвижение по крымским яйлам. И камни даже такие же. Спустились с кромкой Гунибского плато. Сейчас будем заезжать в лесок, чтобы по дороге добраться, знаете, до куда? До туннеля, который построили специально для царя, чтобы он мог в случае чего сбежать из Гуниба. Царская дорога к царскому туннелю. По царскому мосту. Красивенький обхильчик, да? Бережем головы. Оп. Выезжаем. К сожалению, спуска пригодного в ту долину нету, поэтому по туннельчику возвращаемся обратно и спустимся в Гуниб. Кстати, ребята, вот эта вот царская дорога, она же была и на той стороне, просто она уже вся там разрушилась. Ну, так-то бы прикольный был маршрут, конечно. Мэн, покажи, где мы живем. Вот там мы живем. А едем сейчас на эту горку. Это у нас вечерняя заминочка. Ну, мы сегодня дали, конечно. Туда съездили, сюда съездили. О, почти на закат попали. По левую руку у нас каньон. А вообще мы мчимся по Гунибскому, ой, Гунибскому, говорю, Гегерскому плато. Давай, давай тоже пятюньки не стой. А вы куда? Давай. Не, я могу. Купа. Так, давай, я тебя держу. Слишком большой. Ну, большой, да. Опа! Давай! Вот так вот. Приобщаем народ к маунтинбайку. Так, 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 так. Не падай, не падай, не падай. Я высокий, я смогу. Тик, держу. Я тебе помогу. Давай.
А где у вас велики-то вообще? Че, большеватый? О, ребятки, мы уже возвращаемся обратно с той горы. В поселке уже зажигаются огоньки. Сейчас мы промчимся по этому серпантинчику вниз и по тому серпантинчику наверх. А можно я с тобой?